В этом видео в некоторых моментах мы будем играть с Аней. Это значит, что местами будет ультразвук, либо скримеры. Поэтому я настоятельно не рекомендую просмотр несовершеннолетним людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам. Всем остальным приятного просмотра. У нее еще и глушитель есть. Пригодится. Два профиля лежат. Опа. Сейчас, видимо, каждый второй будет ходить с трех линейкой.
Прикольное дерево. Если бы на него залезть, была бы неплохая снайперская позиция. Ага, ага, окей, так, хорошо. Ну, вроде неплохо. Потестим еще. У меня домик. Минус. Слушай, а приятный звук глушенной мухи. Ну, такой. Громкий, но... За дровами, справа от дров. Помощи. Уходи. Хорош, молодцы. Да-да-да. Я тоже не брал калаш до последнего, все по-честному. Если они будут пушить, не будет тяжко. Вижу одного из них. Один был ближе к забору, а один минус. Второго высматриваю еще. У дома уже. У дома, понял. Ближе к забору. Понял. Дом зашел. Ясно. Блин, патроны кончились, иди. Да, голову. Глушитель, это он. Внутри, внутри, внутри в доме. Я понял, да. Дай нам время. Минус. Мне еще один не убили. Да ладно. Блин, так все красиво же было. А, вижу, вижу. Черт, слева от машины, а не в лесу. ЧВК. Да. Да замри ты, демон, блин. Он ушел в ямку, где выход. Такая ложбиночка маленькая, есть же там вот. Он в ложбинке, там где выход. Бляха, по мне. Я отошел, помощи. Оттуда, оттуда же, да-да-да, где-то слева от машины. Припугну его немножко. Давай, давай. Я тут типа стреляю с ним такой. Мэтт, ты вспомнишь его ник, если я тебе скажу? Да, вот там, там какое-то тело лежит странное. Да, я вижу. Не он ли это часом? Да? Да-да-да. Ты меня видишь, я ко мне. Да-да-да-да, вижу, жил. Конечно. М-ка с глушителем. А, М-ка, значит. Путин, Ру, да, Лавров. Да-да-да-да. Я его взорвал. Да, я тебе скину. Забери труп у торца дома. Ближе к дороге. Кто у меня ходит? Ура. Может, у нас или я, у нас. Нет. Кричала, ты надо. Кто? Бировец, ты что тут забыл? Я играла, да? Ко мне какой-то ниндзя подкрался. Двое. Двое. А он без брони, следовательно, я не могу убить. С первого выстрела. Где-то там из-за нас. За этими камнями, да. Он же сидит, убивай. Двоечница. Я пытаюсь выстрелить.
щелчок, я забыла. Я не привыкла по 5 патронов. Патроны закончились, да? Слишком мало для меня. Выходит на бота, бот на неё смотрит, она такая, чик. Или сейчас я буду работать. Прикиньте, когда я буду покажу. Давай, конечно. Чего, зря, ребята, все. Танис, справа от красного. Тише. Вот сейчас там контакты. Один ближе к нам, вот прям вот тут у нас где-то снизу. В этой яме вот под нами. Да, у меня. Бил? Нет, только ранил. Убил. А второй где-то напротив красного, да, вот в кусту. Ой, много шутаныч, там еще есть. Минус. Слева еще один у забора. Слева у забора? Слышу. Бегу. Не знаю, мог попасть по нему. За камнями был? Да-да-да, вот эта гряда ближайшая, он за ней. Понял. Он прям перед тобой. Я понял, да. Давай, мы. Минус. То же самое. Паровый калаш. Ой, вижу, ой, ты меня не видишь, чел. Кто у камня стоит? Так, смотри слева. По-моему, минус один. Нет, не, он жив, блин. Теперь минус. Там второй. Да? Или это ты? Это вы. Чуть я сейчас хедшот не дал. А, насыпь. Одного вижу. Вижу, да. А я. Вдоль берега идет. Не дал ему, что ли? Ладно, занимайтесь и посмотри, что это было. Кираса. О, кирас. А я убил, походу, или кто? На префайер ему просто, на ход. Да-да. 50 уровень, тёшкин ход. Два раза больше, чем я, чувак. Ты прям видишь их? Да, я очень плохо их вижу. Капец. Минус. Это просто война, короче. Я даже не буду стрелять, я просто попробую потом убить моего победителя. Ну это, блин, вы бы видели. О, все, он справился. Он победил, он? Да, один победил, который сверху. Что-то пошел вот эти. А где он лежит? Где-то у берега или где? Нет, прям на камнях. Один сверху стоит, там прям сверху, а второй немножко ближе к воде. Но тоже в камнях. Ну-ка попробую тоже подцелиться. Вот он стоит там, что-то короче. Чуть не вижу. Ближе к воде. Вот, начинает спускаться вниз. К трупу. Блин, не вижу, что за... Прямо камни, вот это большая. Большой камни. Он сейчас подходит. А, вижу. Вот от меня тут точно 200 метров, от тебя-то я даже не знаю. Смотри, если у тебя плечи два раза меньше в прицеле, значит 200. Я тут даже больше, чем два раза, у меня где-то 250, наверное. Так, лег. Лутается. На дни пролетела. По-моему. Все, он помер, мне кажется, уже. Да фиг его знает. Да, по-моему, помер. Сколько можно-то? Да может, я не попал ни разу. Да, пойдем, посмотрим, кто попал. Открыто, короче. Игорь, там на самом деле было видно. Лежит, блин. Че, живы? Сейчас посмотрим. Не, мертвый. А, я убил его. Это жалко, ты про кого-то уже туда забежал? Да. Ну, мне же интересно посмотреть, кто его. Офигеть. Не вижу. А, там топ. Нет, смосиный. Аккуратно. Дал ему, слева обходит камень. Добейте его. Ох ты ж, елки зеленые. Я погнал. Бил? Да, бил, да, мэп? Да, я что. Есть, а, к дому бежит. Слева, справа? Да, по забору. Слева или справа? По забору подходит к дому с этого.
Ой! СКС от забора. Это калаш. СКС, по-моему. Нет, это калаш. Еще один бежит. Даже. К дому. Он слева у камня, где резв. Да-да, я понял. Черт. Готов? Хорошо. Не-не, я убил у забора, у камня, который резв. Где? Кто ко мне бежит сейчас? Нет, никто, враги. Вижу его. Минус. Угу. Он очень себя впитал. Затвор сейчас слышал, кто передергивал. Хера себе, сейчас слышно я. Где-то в стороне бункера еще должны быть, по-моему. Вот он с бункера, походу, и бежал. Вижу. За домом есть яма такая, справа от него. Минус. Нет, не минус, блин. Толсто мордой какой. Убегает вдоль забора в сторону бункера. Я его преследую. Я с синей сумкой, он без. Так, он тут где-то... Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Затаился он тут. Демон. Я слеп! Помогайте! Уходи, уходи. Нормально, нормально. Давай, гранатка, работай. Бежу. О, блин, ну ты зачем, ну гранаты? Ну, Алена, я только прицеливаюсь. Пошел он нахрен, блин, слепит меня еще, морда. Пипец, ты прям гранату ему туда залетел. Я только прицелилась, я только собралась выстрелить. Просто вижу, как он гранат. У меня зайчики в глазах, погодите, блин. Чего? Да что, блин? Фу, бля. Без багов, конечно же, никуда, да, разработчики?